Здравствуйте, наши любимые телезрители! С вами снова я, ваш любимый Арай Крист, и наше королевство сегодня готово вам представить фэшн-проект на все 100 международного уровня. Любая девушка может стать королевой, и мы вам докажем, что мы имеем полноценное право нести это звание стилиста. Ну что, наше преображение начинается прямо сейчас. Ну и главное, наша героиня сегодня первую процедуру получит от компании Gutis Lenis. Это лазерные технологии, все, что связано с удалением волос. Девочки уже с нами в команде. Плюс ко всему, они теперь еще и в королевстве. Процедура проходит безболезненно, абсолютно не вредная. У нас корейский сертифицированный аппарат. Наш лазер, умный лазер, подстраивается под кожу, под все фототипы кожи. За счет этого не происходит ожогов. В нашем лазерном аппарате 4-кратная система охлаждения, поэтому процедура проходит быстро и безболезненно. Gutis Lenis – это качественно, быстро и навсегда. Ну что, я вас уверен абсолютно на все 100%, поэтому главную героиню нашего сегодняшнего фэшн-проекта на все 100 отдаю ваши руки. Добрый день, Юлия. Сегодня мы будем вам делать лазерную эпиляцию голени. Скажите, вы когда-нибудь до этого делали лазерные процедуры? Нет, никогда не делала. После первой же процедуры вы избавитесь от 40% волос. Вас перестанет беспокоить раздражение, а также вросшие волосы. Процедура проходит абсолютно безболезненно, благодаря 4-кратной системе охлаждения до минус 16 градусов. Наш аппарат не зря называют умный лазер, так как он сам подбирает фототип кожи и обеспечивает наших клиентов гладкой, здоровой кожей и без ожогов. Ну что, Юль, вы готовы приступить к процедуре? Да, готова. Юль, как ваши ощущения после процедуры? Замечательно было, вообще не больно, я даже удивлена, это было неожиданно и, главное, очень быстро. Я очень рада, что вы остались довольны, жду вас на повторную процедуру ровно через месяц. Нашей главной героине сегодня удостоилась такая честь, как побывать в моей любимой клинике, салон красоты «Матрешка», город Воинской, славит Таганрог. С нами сегодня прекрасная Ольга, руководительница, собственница салона красоты, и мой врач Карина. В условиях современной жизни, когда нужно всегда хорошо выглядеть, когда мы ограничены по времени, нам на помощь приходит аппаратная косметология. В том числе у нас есть прекрасная процедура смаз-лифтинг на аппарате ультраформер. Я делал. Основное, конечно, преимущество в том, что мы выполняем процедуру один раз в год. Этого вполне достаточно, чтобы всегда оставаться молодым и красивым. Наш салон красоты оборудован по последнему слову техники и высокотехнологичное оборудование со всего мира. Это и Америка, Израиль и Южная Корея. Работают только дипломированные специалисты, врачи и медсестры. Давайте начнем работать. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Ольга Мантвида, и я являюсь идейным вдохновителем и руководителем этого замечательного салона «Матрешка». Хочу вам представить нашего доктора. Это врач, косметолог, дерматолог Карина.
Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Сейчас вы с доктором заполните медкарту. Карина соберет анамнез. И начнем процедуры по преображению. Хорошо, я готова. После проведенной консультации с нашей героиней Юлией мы приняли решение, что мы будем сегодня работать на аппарате ультраформер, проработаем субментальную зону, сделаем акцент на овале лица, на имеющихся брылях, а также проведем процедуру фотоомоложения на аппарате Harmony XL, что позволит нам добиться улучшения качества кожи и цвета лица. Сейчас мы будем выполнять процедуру смаз-лифтинга на аппарате ультраформер, который является прекрасной альтернативой хирургическим манипуляциям. Данная процедура позволит нам сделать четким овал лица, уберет брыли и сработает на качество кожи. Сейчас мы переходим к процедуре фотоомоложения. Юлия, сегодня мы с вами провели процедуру смаз-лифтинга на аппарате ультраформера, а также процедуру фотоомоложения на аппарате Harmony XL. После данных процедур вам следует воздержаться от посещения бань, саун, соляриев и обязательно использовать крем с SPF-фактором защиты ежедневно утром. Спасибо. Юлия, поделитесь впечатлениями о пройденных процедурах. Ну, мне очень все понравилось, я уже вижу результат. С нами сегодня в команде Любовь Устюжанина, которая является инструктором по маникюрному делу. Что вы будете делать нашей главной героине? Так как героиня достаточно женственная, я ей предложила сделать что-то нейтральное, что-то мягкое, спокойное. Мы выбрали с ней нежный оттенок розового и перекрыли, добавили в маникюр немножко изящности, перекрыли все это в киркопись. Боже! Сейчас тенденция выделяться. Кто как не может, подходит. Да, кто как может, тот так и выделяется. Но всегда в тенденции, если уже прям брать отдельно дизайны, то это нейтральные, нюдовые оттенки, это классика. Это френч, это красный цвет. Прекрасно. Давайте посмотрим, как это будет. Юлечка, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Люба. Я являюсь инструктором по маникюру. И сегодня я хочу вам сделать маникюр с покрытием гель-лак. У вас очень хорошая ногтевая пластина. Своя, естественно. Вот, поэтому, думаю, мы сделаем сегодня именно эту процедуру. Что-то в весенних, наверное, тонах. Вы не против? Не против. С вами покрытие. Хотелось бы с вами посоветоваться, как мы делаем форму. Может быть, у вас есть какие-то предпочтения по дизайну? Ну, форму можем такую же оставить, которая была, а вот по дизайну хотелось что-то весеннее,
такое нежное, чтобы подошло под любой образ. Угу. Но тогда, наверное, я бы вам предложила сделать какой-нибудь розовый, не сильно кричащий, и сделать на него красивую втирку, которая будет переливаться и добавлять изюминку в наше покрытие. О, мне нравится, давайте. Юлечка, я очень рада нашему с тобой знакомству. Надеюсь, ты осталась довольна результатом моей работы. Да, мне очень понравилось. Втирка смотрится замечательно, очень по-весеннему и нежно подойдет под любой образ. Мне очень приятно, и я бы хотела тебе сделать еще один большой подарочек, вот такой вот уход, кремушек для рук увлажняющий. Спасибо большое. И встретимся с тобой на преображении. Да. Стилист. Красота оптом и в розницу. Компания All In Professional, торговый дом стилист, всегда радует нас новинками. Мы счастливы, что у нас есть такая возможность прикоснуться к этому волшебству. Весна. Что хочется? В первую очередь хочется шикарные волосы и главное, чтобы они были после зимы увлажненные. Данная линия. Сегодня мы расскажем вам про самое вкусное, что сейчас есть на рынке. Линия Бионика. В этой линии это кондиционер, маска и шампунь увлажняющая. Все, что связано с увлажнением. Шикарная процедура теперь у нас появилась. Просто хочется, чтобы этот запах передался через экран. Это маска на основе глины, которая увлажняет любую структуру волоса, особенно нашим любимым блондинкам. Если вы хотите волосы как с рекламного ролика, вам нужна эта коллекция. Так, появилась линейка для мужчин. Наши мужчины никогда не остаются в стороне. Это линейка шампунь для волос и тела освежающий. Шампунь для роста волос, стимуляция роста. И третье, кондиционер, который подойдет абсолютно любым мужчинам. Кстати, хочу заметить, что вот этот маленький 250 миллилитровый кондиционер мужчинам хватит примерно на полгода, потому что его надо совершенно чуть-чуть. Вся линия, которая по стайлингу представлена у нас и в торговом доме стилист. И, конечно же, наше любимое масло, без которого не обходится ни один профессионал в этой индустрии красоты. Ну и, конечно, хочется одно слово сказать про линию, которая подходит и мужчинам, и женщинам. Это линия от выпадения волос. Защита для нашего корня. All In Professional – это линейка для эксклюзивных клиентов, которые хотят всегда выглядеть на все 100. Сегодня с нами компания BodyTech. Это супер новейшая технология. Я еще помню, когда я ходил к вам заниматься спортом, у вас было одно заведение. Теперь я знаю, что по городу их много. Это EMS-тренировки. Там могут заниматься и женщины, и мужчины, которые хотят иметь красивую фигуру, допустим, как у меня, да? EMS-тренировки позволяют в кратчайший срок достичь максимального результата. Индивидуальный подход каждому клиенту. Каждому клиенту строго персональный подход, да. Данные тренировки идеально подходят для людей, у которых есть бизнес, работа и категорически нет времени ни на что. У вас кратчайшие сроки по времени. Я знаю, что вообще спортзал ходит часа на 3. У вас можно это все достичь, всех результатов за
кратчайший срок. Формат тренировки у нас 30 минут. За 30 минут вы получаете такую же нагрузку, как за 3 часа в обычном тренажерном зале. Вы составляете питание? Составляем, да, индивидуально нагрузка. Питание зависит от человека, от его формы, от его подготовки. Так, давайте посмотрим, как это все будет сейчас происходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в студию BodyTech. Меня зовут Марк. Я сегодня буду проводить вам тренировку. Меня зовут Юлия. Я готова. Что мне нужно сделать? Мы сейчас вам выдадим специальный костюм для тренировки и начнем тренироваться. Подключим вам специальный аппарат, который будет вас тренировать импульсом. Отлично. Я готова. Сейчас вы будете чувствовать слабое покалывание. Говорите стоп. Ягодицы я включу. Сейчас поясница. На сегодня тренировка закончена. В конце каждой ЕМС тренировки проводится лимфодренажный массаж. Юля, как тренировка? Ну, это было очень необычно. Вот, и за 20 минут я устала, как будто я потренировалась как минимум час. Вот, и я думаю, что будет эффект, несомненно. И хочу прийти к вам снова. Я вот хочу скинуть килограмм 5. Сколько раз мне надо ходить и как часто? При МС-тренировке 5 килограмм за 30 дней с регулярностью тренировки 3 раза в неделю, я думаю, будет очень спокойно. Это замечательно. Я обязательно к вам приду. Приходите обязательно. Сегодня с нами в команде Гюльби Шакер Мария, специалист по уходовым процедурам для волос, и также выпрямления и всевозможные новейшие техники. Что мы сегодня будем делать? Мне хочется, чтобы это была красиво ухоженная стрижка. Второе, что хочется, чтобы она помыла голову, и эта стрижка все время держалась прекрасно. Сегодня для нашей прекрасной героини мы будем выполнять процедуру кератинового выпрямления волос вместе с подложкой. Мы сначала напитаем волосы, подготовим их к составу, чтобы у нас блонд не потерял свое качество. Кератиновое выпрямление волос – это простота в уходе, это идеальные волосы, напитанные, с глянцевым блеском. Кератиновое выпрямление волос рекомендовано девушкам с более или менее здоровым волосом. Далее есть такие процедуры, как ботокс для волос и нанопластика, ну и спа-процедуры, естественно. Каждому типу волос мы можем подобрать индивидуально процедуру. Кератин вообще не портит волосы, он их питает. Кератин сам по себе у нас есть и в волосах, природный наш кератин. Так вот, когда его становится недостаточно, волос становится ломкий, тусклый и поврежденный. Процедура кератинового выпрямления – это не просто процедура такая, что раз, два и очень красиво, а процедура именно восполняющая естественный наш кератин в волосе. Нашей прекрасной героине мы делаем специально подобранный для нее состав, очень мягкий и питательный. И также мы учли ее пожелание, то, что она хочет сохранить естественный объем волос, поэтому мы выполняем процедуру в особенной технике, добавляя при этом немного цвета. Корректор цвета, он уберет желтизну ее волоса и сделает его более насыщенным, приятным и блестящим. Promise I'll never let you down. I don't treat you
that he can't, and that he feels like you deserve that gentleman. Tell me, why are you wasting time? Why are you wasting pride when you could be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. Так, ну я смотрю, у вас уже творится красота. С нами сегодня в команде Юлия Лихоман. Это выпускница нашей любимой Агаты Кристи мейкап-школы. Что будем делать? Что будем делать? Потому что, казалось бы, как я сегодня всем, всей команде говорю, тут и так все хорошо. Все хорошо, да, ну, все хорошо, да, да, все хорошо, все замечательно. Ну, конечно, мы поддерживаем тренды, да, о том, что должна быть естественная сияющая кожа, да. А, конечно же, у нашей героини красивые очень голубые глаза, мы просто обязаны их подчеркнуть. Вот, ну и посмотрим уже, что у нас в процессе будет получаться. Так, ну давайте, я уже хочу посмотреть, какой будет красота до и после. Я считаю, что все в идеале. Мы сегодня сделали кератиновое выпрямление волос нашей прекрасной Юлии. Состав зашел на все 100. Идеально все. Волосы очень мягкие, живые, шелковистые и с обалденным блеском. Прекрасно. Так, про макияж. По поводу макияжа, ну, хочу сказать, что задача, которую перед собой ставила, она выполнена. То есть довольно-таки естественный макияж, без каких-то броских цветов, нюдовые губы, как в тренде, да, у нас сейчас сияющая кожа. Можно посмотреть, да, героиня улыбается. А это уже говорит о многом. Царь. Просто царь. Авторские и дизайнерские работы выполнены нашими девочками. Компания называется «Царь». Правильно? Правильно. Сами придумали, сами воплотили в реальность и сделали невероятно крутой бренд. Так, главное, я уже зашел в ваш инстаграм и посмотрел, что у вас очень много работ для детей. Да? Прекрасно. Семьи. То есть вы отшиваете на семью. Примерно как я обслуживаю семьи, также у вас семья может одеться красиво, нарядно, одинаковые вещи там девочкам, мальчикам, мамам, папам, боже, это просто невероятно круто. Что вы приготовили для нашей главной героини? Для нашей героини мы подготовили платье и накидку. Прекрасный кардиган, я уже хочу украсть себе ее. Так, ну что, давайте померим, да? Но подождите, мы же для вас тоже приготовили подарок. Мы же не могли прийти к вам с пустыми руками и сделали тоже для вас фирменную футболку с вашим личным логотипом. Боже, как красиво. Боже. То есть можно любой логотип и все сделать, да? Сердце, корона, все как я люблю. Я его тоже, конечно, одену. Ну что, пойдемте мериться, главная героиня. Why should I be feeling so alone when we're just chilling, girl? I don't know what to say to ya. Other than I know I fucked up, I'm sorry. Ой, ну что могу сказать? Мне кажется, это не только на красную дорожку, но еще и на Богемские острова. А мы создаем шедевры, вы правы. Прекрасно. Девочки, давайте отойдем, мы не будем мешать съемочной нашей команде. А вы, моя родная, поворачивайте. Вау! Обалдеть! Круто! Блин, спасибо большое всем! Это просто волшебно! Эти шары от компании All In Professional всегда исполняют ваши мечты. Поэтому возьмите, загадайте и отпустите их в небо. И все обязательно сбудется. Хочу успешную жизнь в новом стиле.
Так, ну а если ты хочешь оказаться главной героиней нашего фэшн-проекта на все 100, напиши нам по этому номеру телефона, и ты обязательно окажешься здесь и сейчас. С вами был ваш любимый Арай Крис. Пока!